«Как стать Снегурочкой». Об этом маленьким зрителям рассказывают актеры театра-студии «Азарт». В программе одноименного спектакля не только диалоги, песни и танцы. Чтобы удерживать внимание особенных детей на протяжении всего действия, артисты включили в программу постановки интерактивную часть. Спектакль, он очень такой подвижный, веселый, много смен действий. И я рада, что мы начинаем наше новогоднее турне именно с этого. Вот именно, во-первых, с доброго дела, а во-вторых, вот эта практика для моих актеров, что работать на 150%. Потому что, ну, я предупредила, вы сегодня выкладываетесь как никогда. Благотворительный новогодний спектакль «Как стать Снегурочкой» провели в детском саду «Таланты и способности». Руководство дошкольного учреждения признается, честь быть площадкой для такого доброго дела. Для нас это очень значимо. Это особенные детки, это великолепные детки, это солнечные, это замечательные детки. Для нас это важно еще тем, что в нашем детском саду мы в том году открыли такую группу для особенных деток. Инициатором благотворительного спектакля для особенных малышей и их родителей стало Химкинское отделение Союза женщин России. Уже полгода мы в Химках объединяем семьи, которые воспитывают деток с особенностями здоровья. И регулярно проводим для них праздники, как для детей, так и для мам. Новый год, уверена Ольга Бахмутова, лучший повод объединить родных. А новогоднее чудо, как известно, должно случаться с каждым. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.